Всем привет, вы на канале Богдани Айс. И сегодня у нас будет влог, я еду на тренировки к Саше Трусовой в парк Зарядье. Поэтому я буду очень рад, если вы этот влог проведете вместе со мной. На улице дождя нет, поэтому пока мне зонтик не нужен. Надеюсь, не понадобится, потому что вроде пишут, что сегодня будет гроза, кратковременные дожди. Я не хочу этого. Я уже возле парка Зарядье. Скоро уже наконец-таки буду там. Ну а то и вдруг она передали ей и рисунок. Там. А что за рисунок? О, Настя сказала. Снимаешь, когда я. Эла, вернись. Эла. По-моему, многие люди стали халтурить. Все, китайцы меня научили уже сердечко делать. Консилиеры тоже. Но это тоже пришло, потому что они там все так делают.
Лео. Диана, скачку. Саша, а можно прыгну? А, блин, ну ладно. Ушла. Конечно, конечно. Конечно. Вот так. Так. Да, конечно. А можно меня? Значит, не будьте Артуром. Смотрите, смотрите. Вот это два автографа Саши Трусовой. Дорогие зрители сейчас блога. Будет розыгрыш в моем телеграм-канале между подписчиками в рандомайзе. Подписываемся на меня. Я хочу много подписчиков, и не скрываю. Дорогие друзья, в такой чудесной компании можете посмотреть. Мы А давайте вы все ко мне за. На этом тренировка Саши Трусовой закончилась. У меня есть от нее один автограф. К сожалению, она больше не дала. И на розыгрыш не будет автографов от Саши, но у меня вроде есть лишние. Если захотите, я сделаю розыгрыш тоже. И автограф Насти Скопцовой. Я очень рад, что я попал на тренировку к Саше Трусовой. Ведь она привлекла меня к этому виду спорта. На этом влог наш подходит к концу. Я хочу вам сказать большое спасибо, что вы посмотрели этот влог. Обязательно подписывайтесь на мои соцсети, особенно в телеграм-канал, ведь там вы информацию знаете одни из первых. Всем пока-пока!